Еще одно видео этого же дома, который 800 тысяч долларов строится сейчас. Вот. Сейчас пройдусь внутри. Тут сегодня ставят шитрок, сухую штукатурку везде закрывают. Вот. Это гараж. Гараж, три машины. На три машины. Вот, вот так вот балка закрыта шитроком тоже. Вот. На улице покраска какая-то идет, точечная. Здесь подвал вниз. Тут уже покрыли, закрыли сухой штукатуркой с другой стороны. Второй этаж. Здесь небольшие комнаты. Я не знаю, что вот это. Здесь видно душевая. Тут туалет. Вот. Здесь будет джакузи стоять. Джакузи точно. Здесь, наверное, два как этих для хранения. Две комнаты. Здесь леса вот эти, на которых работают ребята. Вот ложат этот сухую штукатурку вот такую. Ванная со всеми вот этими коммуникациями, с вытяжкой наверх, и это отопление, охлаждение трубы. Тут закрыли, на улице работают люди, красят. Вот шитроком все закрыто, это остатки остаются. Везде использована вот эта вот пена в изоляции. Вот такая. Сегодня они тут работают, ребята, тут покрывают все. Закрывают шитроком. На завтра уже будет верхний этаж готов здесь. Хотя тут очень много работы. Тут эти маленькие помещения, они много занимают время.
Материалы все простые, то есть без всяких заморочек. Шитрок, дерево. Вот. Довольно-таки высокие комнаты. Вообще очень интересная здесь постройка. Очень интересная. Очень много открытых таких пространств больших. Вот. Спальня, вероятно, и вид хороший отсюда. Вот пена как напылялась. Они ее как бы пшикают, и она потом растет прямо. Я похожа сама по себе как на краску. Как будто краской прошлись. Так вот слой из пульверизатора, и он потом раз и растет. И в конце они тонким таким лезвием срезают по кромкам этих деревянных стояков вот этих. Это 2x6 размер, 2 инча на 6, на 6 инчей. Вот так называется, на самом деле он 1,5 на 5,5 инча. Так примерно. Очень много помещений, я думаю, они будут их использовать, вот эти вот, под хранение чего-то. Готовы?